Итак, мы продолжаем прохождение Godeter 3, и, наверное, Алекс, когда писал текст доната, он, наверное, не думал, что окажется со мной в одной лодке, и что вот эти вот страдашки, они аукнутся и ему тоже. Так, Азур, надеюсь, ты уже того? Ты готов присоединиться к нашим страданиям? Так, пароль все тот же. Да, 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 именно так это работает. Все, ждем. Но теперь я к этому Нуатхе особо близко подходить не буду, потому что, как бы, зачем? У нас для этого дела есть вот. У нас есть усатый член команды. Ты снова окунился, окукунился. Вот была же Тян, все хорошо же было. И тут вот чего случилось снова. Так, ладно, в этот раз я ошибку повторять свою не буду. Так, все готово. По-моему, так, 35-я же, да, у нас сертификация... А, 36-я. Да, 36-я. Ну, Нуатха. Азур там что-то задумал. Определенно. Да, Фим, в этот раз ты будешь здесь. Ничего, потом мы с тобой еще куда-нибудь сходим. Ну, поехали. Ой, хорошо, как хорошо, что... А в прошлый раз, по-моему, в меня первый раз его рука влетела. Прям я сразу сходу получил по лицу. Так, ну мне еще и сейчас не поздно по лицу-то получить. Как бы. Для меня это никогда не поздно. А, мелкая пришла, понятно. Ой, прям в лицо ему прыгнул. Зачем? Ладно. Пока бьют не меня, я могу геройствовать. Ладно, я понял, я пошел. Что-то работает не так, как должно работать. А, слушайте, я тогда, наверное, знаете, займусь мелкими, чтобы он не мешал. Да, потому что, ну, не, все равно неприятно. Он-то особо много урона не наносит, но он все равно неприятный. Оп, столбик. Его быстрее убить намного, чем страдать от него. Главное, чтобы Нуатха не прилетел. Консовара в ярости дает нас срать. Главное, чтобы вот к нам не прилетел Нуатха. Давай, Кит, давай, давай, давай. Ну все, оно почти готово. Осталось немножко пострелять и... нет. Все. Минус у Концевара, так? Все, пойдем помогать Азуру. Главное не умереть прямо сразу. На подходе. Со своей помощью. Я умею. Годы тренировок. Все-таки. А можно долетать? Пробитие ноль просто. Ой, да ладно. Рогами обездвиж... Да это все. Главное ему сломать... Все. По-моему, мы ему что-то там сломали. Венец мы ему сломали. Значит, все. Ну, Арка уже готова слетать. И еще мы ему что... Ой, все. Все.
Просто все. На экране сейчас, конечно, что-то происходит. Странное и непонятное. Как же сладка месть. Вот он вкус мести. Уф. Так, мы его куснули? Да, мы его куснули. Нам сейчас вроде бы до 80% что ли нужно поднять. Синхронизацию с Китом, и тогда уже нам откроется четвертый эпизод. Если я ничего не путаю, опять же. Так, 68 есть, окей. Ну, Азур просто морально своими усами задавил Нуатху. Тут просто было без шансов, без вариантов. Так, давайте посмотрим, что там у нас идет дальше. Немножко ваджер, не хотите? Я чуть не особо. Погодите, а третья DLC, это же ваджера, да? В Кодвейне. По-моему, ваджера. Я ж ничего не путаю. Ну, должны справиться, должны дойти до Сома. Но тут нам немного осталось. Ну, Кита уже больше половины, по крайней мере, прошли. А с Сомой должно быть попроще, там вот это дело набивать, как говорят, не нужно. И ваджера тоже готов отлетать. Большой плюс Азура в команде в том, что у Азура тяжелый клинок, и им очень удобно раскалывать защиту. Да, вот о чем я и говорил. Ну, первый ваджера уже того. Пришел второй. Дамажит он, кстати, относительно неплохо. Ладно. Так, ладно, я понял. Воу. Да ладно. Погодите. Где трупик? Я не вижу труп. Ладно, поздно. Пока я искал, где трупы, они уже того. Вот этого надо бы добить, чтобы он под ногами не путался. Все. Ну, с одним ваджером уже как-нибудь досправимся. Так, ну сначала надо этого съесть. А это у нас огненный ваджер, да? Да. А у меня огненные пули. Как бы. Угу. Особо от них толку здесь нету. Как в принципе и от меня, да. Да, и в ярости он ведь хилится, да? Да. А. Понимаю. Ну, в принципе-то такое. Спасибо, Кип. Кип пока хорошо справляется. С обязанностями Фим. По крайней мере, хилит он
Ой, Бреста, и точнее, он хороша. Ваджери пока глубоко плевать на то. Нет. Нет, не глубоко плевать, ладно. Все, Ваджера тоже уже почти отъехал. Обидно все-таки, что мы посливались. Да ладно, серьезно? Никуда это мы собрались? А, понятно. Уф. А минус огни Ваджера. Не, ну та еще тусы, конечно. Не заточка на плюс 50, а усы. Вот я уж подумываю о том, чтобы Хими тоже отрастить. Чтобы так же легко убивать рогами. Да я просто не успел даже заметить. Отвернулся, смотрю, трупик. Заточенные усята. Прям заостренные. Да, здесь пора усы приравнивать уже к читам, наверное. Так, 72%, хорошо. Мы на верном пути. Я понял, чего у меня, кстати, не хватает. У меня с пулями косяк, я вспомнил примерно, какие у меня пули были. А сейчас мы попытаемся это дело вернуть на родину. Или нет. И нет. Ладно. Как-нибудь потом я этим займусь. Можно. Можно. Можно, Серег, можно. Поверь мне, можно. Оу. Мои любимые. А мой любимый Хавакири. Давненько с ним не встречались. Оу. Все понятно, все ясно, понятно, сразу. Фим, ты посмотри на них. Ну, Фим, ты на это посмотри. Просто сразу ясно, понятно. Ну, судя по цвету этих усов. Так, ну... Да. Кит, иди. Кит. Иди бить Хавакири. Не-а. Без меня Кит не идет почему-то. Ай, вот этой твари я вообще не хочу подходить. Ай, ну да, 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 это было ожидаемо. Атаки у этой твари крайне неприятные. Хотя, с другой стороны, сзади, можно сказать, безопасная зона относительно. А, ну конечно, конечно. Пришел на мейн. Ай. Так, там Кит похиляет, ладно. А мы возьмемся тогда за Немейна, потому что он не даст нам нормально пинать Хавакири. Азур, я пытаюсь его отвести от тебя, но что-то не особо.
Он не видит во мне угрозы. Абсолютно никакой. Там Хвакири расколот, да? Да, да. Да. Ладно, у нас есть возможности с нашим что-нибудь сделать. Не, ему плевать, абсолютно. Все, припоминаю, что он делает. Это ж не обычный намейн. Так, ну у нас третий всплеск, можно ему немножко подамажить. А процентов уже там за 70. Так что мы очень даже успешно продвигаемся. Погодите, там Азур почти убил Хвакири? Серьезно? Да, он почти убил Хвакири, он ему там еще и лицо расколол. Ладно, своему мы тоже кое-чего сделали. Мы тоже не отстаем. Мы тоже стараемся что-то делать. Ну и своего намейна мы почти добили. Все, хорошо, идем помогать Азуру. Ну как сказать помогать? Идем присутствовать рядом. Будем называть все своими именами. Ну сейчас будет нам в разы проще его убить. Азур тут защиту-то проскалывал. Пробитие было. Так, и пробитие меня тоже есть. Кит, там Азур лежит. Немного, сейчас и я буду лежать, походу. Но я до сих пор еще Киту не могу простить то, как он меня убил, по сути, когда он съел мою хилку, и я из-за этого отъехал. Так, как оно где? Оно было. Так. Я только хотел прожать слияние усов, но не зашло. Ну, мы своего намейна, по крайней мере, запинали. Со своей частью работы мы справились. И ушки с физикой. И с колечком, кстати, да. Не, ну вот теперь химия, да. Теперь химия, настоящая химия. Прям теперь вот все как и должно было быть. Сергей, вот это уже странно. Не надо так. Да какое может быть спать? Мы тут на пути к Айну. И вроде как нам одно задание, и откроется четвертый эпизод. Угу, 39-я сертификация и два крайне неприятных рогами. Будем надеяться, что появятся они не одновременно. Ну, судя по тому, что я вижу, мы должны сегодня успеть пройти еще и историю Айна. Хотя мне сегодня на работу убегать, но... Возможно, успеем полностью пройти 2.50. Уф-уф-уф-уф-уф-уф-уф. Вот эта штука меня может вполне себе сожрать. Анубиса я не очень люблю. И всплеск у него тоже мерзкий. Да и все у него мерзкое. Только вот хвост у него. Пушистый хвост напоминает мне хвост енота. Я вижу в нем дальнего предка Рафталии.
Но посмотрите, у него хвост на хвост Рафталии похож. Возможно, это дальний родственник Рафталии. За что? Я ему комплименты делал. Говорил, что он, возможно, похож на вайфу. А он вон... Понял, понял. Хорошо. Посолька, привет. Все, я его понял. Где воскресенье? Какое воскресенье? Меня это не останавливает, даже то, что воскресенье. А работу никто не отменял. Ну, воскресенье, да, и от этого ничего не меняется. Абсолютно ничего. А, кстати, оно уже почти отъехало. Так, хорошо, все идет по плану. Ну, поехали. Голова расколота, сейчас попытаемся влить максимум урона. Не, у меня нет 2 через 2. У меня дневные и ночные смены, так что там все сильно отличается. А, все. Что-то я не заметил момент, когда он рипнулся. Так, кто следующий? Если это был Анубис, то... это вот, по-моему, Хром Гавейн, нет? Ну, вроде как да. А, ну, Хром Гавейн, да-да-да. Хоть где-то я был прав. Потому что для меня они, по большей части, на одно, лицо. Ой, мерзкая тварь с огромным размахом крылов. Ой, вспоминается боль во второй части, в первой части с Ганнибалами, Гавейнами. Ох, какая же была мерзость. Узур! Узур, держись! Мы все простим, где моя хилка? Так, стоит ли мне без Азура к нему подходить? Зачем я похилился снова? Не понял, ну... Вставай. Спас Азура, чуть не умер, я понял. Спас Азура, умер. Play Project, привет. А я понял, это был явный урок, не помогая Азуру. Вот, умер Азур, пусть умер. Потому что если помогать Азуру, в итоге я умираю сам. Для этого Азур. Гавейн любит усики, я понял. У него явно есть какой-то фетиш насчет усиков, потому что он охотится на Азура. Усхантер, скажем так. Ей! Он только вошел в ярость, и мы ему что-то сломали. Азур, поясни, за что это было? За что он тебя так не взлюбил? В усах ли дело? А где вообще Азур-то? А, вон он. Встал в сторонке. Он обижен и расстроен поведением Хром Гавейна. Тут все понятно. Может быть, Азур его и динамит. Возможно, возможно. Но тут выбор очевиден. В целом-то мы похожи. Почему Гавейн его выбрал целью? Тут только усы остаются. Все, 80% мы добили, а значит, сейчас будет четвертый эпизод воспоминаний Кита.
Да, Зур, согласен. Усатенькие цундерки я. Теперь мы определенно видели все. Так, пойдем на новенький эпизод с Китом, предпоследний. Ну а там останется добить-то 10%, там фигня совсем. Тифим ползет. Привет, босс. Есть свободная минута. Ты поможешь мне кое-что забрать? Прости, что говорю об этом сейчас, когда у нас и так хватает забот с контактом ядер. Я в последнее время сам не свой, но я знаю, как это исправить. Идем. Память Кита, эпизод 4. Я хочу взглянуть на себя еще раз. Ты мне поможешь? Я думаю, там можно много чего раскопать. Так что давай повеселимся. Ну пойдем, там нам нужно запинать. Подождите, это же летучая рогами. Насколько я помню. По-моему, да. Это что-то летающее, если я ничего не путаю. На, ну Сариэль, вот, да, все. Сариэль — это летучая тварь. Сегодня вы отправляетесь на разведку. Ничего особенного, но будьте осторожней. Хорошо, за дело, босс. Сколько ж тут всего? Я думал, будет не лишним напомнить себе, чем я люблю заниматься. Процесс сбора. Нам нужно что-то собрать. Стоп, где задание? Прочный карабин, сломанная карта памяти, золотая рыбка. Зачем тебе все это? Я еще понимаю сломанную карту памяти, но рыбка золотая, тебе зачем? Куда? Ладно, поищем. Эта штука должна где-то лежать. Это все-таки задание сбора, значит, оно не должно дропаться. Ага, да, я был прав. Хорошо, едем дальше. Главное не провтыкать, где оно может ли... Так, есть еще одна. Все, находим последнюю штуку и валим. А, ну Кит там еще пытается что-то делать. Хотя нам в любом же случае, видимо, после сбора придется пинать Сариэль. Вряд ли нас так просто выпустят. И, как всегда, самое сложное — это найти последнюю хреньку, которая хрен знает где лежит. У нас же здесь уже где-то были подобные задания на сбор. А, так вот же оно. Фу, я-то думал. А, это же не может быть. Где бы мы ни искали, мы нигде не могли его найти. А, фильм. Конечно, слухи ходили всякие, но нужно немедленно его расшифровать. И ты туда же. Внимание, тревога! Рядом с вами замечен крупный арагами. Да, Сариэлька. Не может быть! Ну почему именно сейчас? Он был за пределами контрольной зоны. Вы справитесь? Вперед, босс! Избавимся от него и доставим наше сокровище домой. От дробящего. Ну конечно, он отлетает от того, чего у меня нету. Она, точнее, отлетает от того, чего у меня нету. У меня нет ничего дробящего, абсолютно. У меня вообще сейчас с этими... с пулями проблемы. Чего? Я ударом щита ей сломал Знаете, всякое случается, но чтобы вот так вот... Это ладно. Не, я, конечно, все понимаю, но с какого хрена мне настолько сильно везет-то? Чтобы дважды сломать Сариэльку, просто тыкнув в нее щитом. Ладно, допустим.
Это достойное одобрение. Да ладно. Сариэль, ты чего? Да, да, да. Кит и Кота по части Бугарали явно стали бы лучшими друзьями. Понятно. Мы, пожалуй, похиляемся. Если никто не против... Успели. Сейчас можно было ненароком немножко отъехать. Да, это задание вот-вот-вот. Я чувствую, что прям я отдыхаю после ай. Сертификации, на которую мы ходили... Это все просто. Особенно сломать ей юбку просто первым прыжком со щитом, это да. Это отдельная история. Так, ну тут можно, наверное, не хилиться уже, оно и так должно умереть неплохо. Должно у нас хватить времени на это дело. Да? Уатта. Хирота пацмо. Багарарино дейтамо пуштане. Да тут Азуры без нырка справились. Отличная работа. Простите, что так поздно предупредила. Не волнуйся. Я настрою радар, когда мы вернемся. Спасибо. Прости, что опять нагрузила тебя работой, Кит. Да все в порядке. Если моя работа делает других счастливыми, я не против. Узнаю нашего Кита. Нашего Кита? Приятно звучит. Мы еще немного осмотримся и домой. Эми, мозгочку мимоватте кара модарю. А, кстати, да, наверное, прямо сейчас и будет финальный пятый эпизод его воспоминаний. Фух, кажется, мы собрали достаточно. Спасибо за компанию, босс. Благодаря тебе у нас здоровенный улов. В смысле, Бугаралли? Ну, это точно первое место, если можно так сказать. Знаешь, ну я тут думал, как мне побороть свой внутренний страх. Сегодня, впервые за долгое время, мне было действительно весело. И я кое-что понял. Если я кого-то делаю счастливым своими действиями, то я и сам счастлив. Я ведь думал, что буду полезен, только если я смогу сражаться. Но есть другие способы помогать людям. Да, благодаря архивам мои способности могут здорово обесцениться. Может появиться кто-то, кто сможет делать то же, что и я, только лучше. Но это не страшно. Я все равно буду помогать другим. По-своему. Обещаю, я продолжу искать нечто, над чем мы все вместе сможем посмеяться. Ладно. Я готов. Я не дам собственной слабости взять верх над собой. Сделаем это, босс. Я должен сам поверить в свою силу. Ну и мы... совсем близки. Да, сейчас нам дадут уже пятый эпизод.
После пятого эпизода мы сможем дальше улучшить свое снаряжение до плюс 55. Ну что, Кит, поехали. На этот раз я действительно готов. Я хочу уверенно двигаться вперед. Без страха и сожалений. Больше я не проиграю в битве с собой. Босс, я рассчитываю на тебя. Память Кита, эпизод 5. Вот она, самая глубокая резонансная зона. Прости, что заставил понервничать, босс, но теперь все в порядке. Давай расшибем парочку узлов памяти, чтобы я понял, как я силен. Поехали. Установлена связь с глубокой резонансной зоной. Будьте осторожней. У меня все готово. Вперед. Ну, мы уже близки к Айну. Последний эпизод Кита, и затем уже 2.50. Да, вернее, до Сомы. Правильно. Так а где оно? Хавакири! Мои знания. Мои способности. Это моя сила. А если я лишусь их, я снова останусь один. Я так не могу. Да, мне страшно. И я не хочу больше быть один, как в детстве. Но все остальные смогли побороть свое прошлое. Они смотрят вперед. И если я не пойду с ними, я снова останусь один. Если я лишусь всего, что я создал, я просто создам что-нибудь новое. Пока я могу делать других счастливыми, я не остановлюсь. А, Амина Хавакири. А, это чего, и есть контакт ядер? Я и представить не мог такую силу. Не знаю, смогу ли я ей овладеть, но буду стараться. Я заслужил эту силу. Она моя, и только моя. Все, наконец-то мы можем уделить внимание Хавакири. Сейчас он где-то думает. Ам-ам-ам-ам-ам. А, кстати, когда этого Хавакири только ввели, он оказался не таким страшным, насколько я думал. Для меня вот в процессе прохождения основной сюжетки сам Хавакири, именно его обычная версия, была куда сложнее, там прям... Уф. Определенно было небольшое пригоралите. А по-моему, я убил Амина Хавакири даже без смертей. Но ведь не точно. Давай, Кит. А, ну да, мы там точно знали, чего ожидать. Не, ну новые рогами в третьей части, да, они были классными. Вот именно, которые появились именно в третьей части. Ай.
Так, всплеска нету толком, да? И сейчас, наверное, нам в конце обновления по 40 тизернут еще немножечко того, чего нам стоит ждать от 2.50. Эх, приятно, когда не нужно ждать следующее обновление, а, ну вот. Прошел одно, и сразу можно приступать к следующему. Не-не-не-не-не-не-не, погоди, так не должно работать. Ладно, хорошо, этот Савакири немножко живучий. Он дамажит в разы сильнее, чем, ну, обычная версия именно Савакири, но все равно чуточку неприятно. Вот прям, ну, чуточку-чуточку, он просто пухленький. Да, я... Нет, подгодите, не-не-не, на прошлом стриме у нас, по-моему, было именно Савакири. Да, точно, у нас был на прошлом стриме именно Савакири, у нас там два Савакири было, мы какую-то сертификацию, по-моему, проходили, и там как раз-таки было два Савакири. А, ну все, он почти уже того... главное попадать, и оно уже скоро отъедет. Должен, по крайней мере. Ну, тут или он, или я. Вариантов немного. Мне еще даже страшно подумать, что в новых пепельных землях, которые в 2.50 привезли. А здесь вдвоем можно было спокойно проходить за счет того, что урона он не наносил толком. Получилось. Мы победили. Это было просто невероятно. Я ощущал твою силу как свою. Постой. Вся эта мощь. Архивировать ее точно безопасно. Отличная работа. Начинаю процедуру отключения. Ладно, подумаем об этом в другой раз. Да, босс? Спасибо. Для меня честь сражаться вместе с тобой. В конце какого-то обновления там ведь... предлагали Айну сотрудничество, то есть предлагали ему там выдать кое-чего. А он же тогда отказался, и тогда сказали, а что если твои друзья узнают, кто является причиной того лютого трэша, который сейчас происходит? Спасибо большое. Теперь архивация действительно имеет какой-то смысл. Данные от таких опытных бойцов, как ты, могут помочь менее умелым APB вроде меня. Так мы усилим свои способности, хотя и нагрузка тоже возрастает. Надо быть осторожней, или нам конец. Да и я рад, что понял это сейчас. Нужно настроить уровни реакции и блокировать опасные данные. Чтобы довести технологию контакта ядер до ума, придется сперва поработать с данными. А все точно получится. Ну, настал звездный час для нас, инженеров. Мы не боимся испытаний.
И все же, нужно научиться обрабатывать такие объемы информации. Нужно знать, как овладеть способностями, которые тебе даны. А в конце концов, мы сами накапливаем свои силы и опыт. И уж если кто и может использовать свою силу в полном объеме, то это ты. Хотя с другой стороны, контакт ядер позволяет нам узнать много нового. И это может дать хороший толчок людям, которые не могут найти свое место. Для кого-то это станет началом нового, их собственного пути в жизни. И знаешь, от таких мыслей мне сразу легче. Раньше я много волновался, а теперь хочу просто освоить эту технологию. Узнаю, Кита. Да, я хочу, чтобы моя работа приносила людям счастье. Все-таки я настоящий инженер. Конечно, я и дальше буду полагаться на тебя, но я постараюсь вернуть тебе этот долг. Я рад, что ты со мной. Я постараюсь стать лучшим механиком в мире. Будет ли тизер того, что нас ждет в 2.50? По идее, должно быть. Эй, есть минутка. Хьюго здесь при чем? Хочу кое о чем поговорить. А если Хьюго немножко рассказали о Соме? Сегодня пришло анонимное письмо, адресованное псам. Да, все-таки рассказали правду об Айне. Кит им уже занимается, но мы пока не знаем, кто его прислал. Маршрут письма подредактировали, и там серьезное шифрование, так что... Скорее всего, это был порт уровня Глейпнира или Барона. Но главная проблема — само сообщение. Вот, посмотри. Это фотография. Сома. Данные по Соме Шигзалю, одному из трех мудрецов бедствия. Плюс документы, доказывающие связь Айна и Сомы Шигзаля. Другими словами, отправитель хочет сказать нам, что это один и тот же человек. Айн очень талантливый ученый. Сходство, безусловно, есть. Я сам не мог в это поверить, поэтому покопался в истории Айна. Но я не смог найти ничего из ряда вон выходящего. Данные о нем до бедствия удивительно стройные. Может, у Айна были свои причины, по которым он скрывает настоящую личность. Из-за этого у нас могут быть проблемы. Хоть и не хочется так говорить. А помните, что Шио сказала Айну? Но информация непроверенная и может оказаться фальшивой. Например, они просто хотят ослабить нашу связь с Васильком. Да, так и есть. Не люблю неясности, так что я продолжу изучение этой темы. Если окажется, что это все неправда, вздохнем с облегчением. Не вздохнете. А, и еще. Не будем пока об этом рассказывать, ладно? Не хочу попусту панику разводить. Но если что-то узнаем, то сообщим друг другу. Договорились?
Но он все-таки, как и обещал, прислал письмо. А Шио говорил... Фим говорила ему о Арагаме. В самом деле? Простите, все. А Шио говорила, что Арагаме хочет вырваться наружу. Айн? Айн, ты в порядке? Клэр, скорее в холл. Айн потерял сознание. Кто-нибудь, принесите носилки. Помогите мне отнести его в больничную палату. Анвар, привет. В дополнительный эпизод «Назад в прошлое» добавлен Айн. Вот, теперь можно до плюс 55 улучшать оружие. Давайте сбегаем сразу, чтобы не забыть. Чтобы не забыть, потому что я забуду. А я определенно забуду, где выход. Выпустите, пожалуйста, где выход. А больничная палата, значит, Сома в больничной палате, понятно. Так, улучшаем. Начнем, пожалуй, с наших клинков. Да, плюс бонусов мы насобирали достаточно. Ой, отлично, нам даже не придется лишнее использовать. Так, все, клинок плюс 55. Так, едем дальше. Оружие дальнего боя. По поводу ремейка Final Fantasy я уже не раз говорил. Нет, нет и еще раз нет. Так, ну а щит у нас по-прежнему остается плюс 50. А в общем, ребят, наверное, сейчас нам самое время сделать небольшой перерыв, после которого мы начнем прохождение уже непосредственно обновления 2.50 и узнаем историю Айна. 5 минут и продолжим.